Привет! Если ты ищешь, где можно купить крутую игру по низкой цене, то тогда заходи в мой магазин аккаунтов. Здесь ты сможешь купить аккаунт с любой игрой по очень низкой цене. Или всего за 29 рублей испытать свою удачу и выиграть GTA 5 или любую другую игру. А также на сайте ты можешь заказать у себя прокачку. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Руди. Мы находимся в GTA 5. И это шоу «Битва воров. Угнать за 180 секунд». Руди-ду-ду-ду, дорогие друзья! Всем привет! Как обожаю я это название. Ребятки, короче, сегодня мы решили рискнуть и приехать в очень опасный гэнгста щит район, короче. Чисто ребята, гетто, и сегодня здесь мы постараемся угнать за 180 секунд по одной крутой тачке. И, бро, короче, я ставлю секундомер. Ты как, готов? Да, конечно, готов. Одел красную бронебойную шапку. Да, я вижу. Просто цель, такая мишень, да? Ну, ребята, короче, время пошло, полетели искать тачки. Так, ну что? Надеюсь, мы здесь сегодня с тобой что-нибудь по-настоящему годное угоним. Так, я поеду... Ты куда? Я налево. Ну давай, я тогда прямо. Велосипедисты здесь, короче. О май гад, там впереди супер крутые пацаны. О-о-о, да тут сплошные... Ух, нифига себе. Здесь, короче, бро... А что-то стоит? Здесь какие-то вообще бандиты, дофига. Тачки вообще классные. Ладно, о, нифига, тут просто сплошные бандюганы все, слышишь, что зеленые, кто фиолетовые. Такие тут две классные удюшки, и типа они такие. Я бы их забрал, офигенные тоже удюшки. Короче, бро, на самом деле здесь очень много бандитов, это как-то стрёмно. О май гад, братан. Братан. Чего? Тут, короче, здесь, короче, сейчас, а ты где, скажи мне? Я тут осматриваю тачуню. Да, я здесь таких форт, чуваков. Вот там... Здесь, менты, короче, бро, там, здесь бандюганы. Нихрена бандюганы? Себе, здесь какой-то конвой бандюганов. Где? Сейчас, возможно, увидишь. Нифига. А я вижу тебя, видишь, короче, 2 икса, короче. Мерин, эти балласы, короче, выехали. Я вас тут пропущу. Нихрена себе. Здорово, бро, ты тоже туда подкатил? Да. Нифига себе здесь еще. Что, тебе нравятся их тачки? Ну, я бы забрал бы их иксы классные. Так, здесь опять какая-то полиция стоит, смотри. Где? Впереди. Ого. Шериф, не знаю. А что тут вообще происходит? Я что-то не понял. Слушай, что точно. Как? Ну, впереди еще полиция. В смысле, бро, что происходит? Да. Мороженщик, только не сбей меня. Блин, братишка, время-то как бы идет. Слушай, они едут за нами, бро. Ну, я думаю, они как бы по своим делам едут. Они вряд ли на нас внимание обратили. Я имею в виду, что они едут сюда. А ты точно хочешь их тачки взять? Да нет, ну я просто. Нет, в смысле, думаю, там их человек 8, а то и больше. Нафиг надо. Вы не проехали мимо, короче, видишь, поехали прямо. Опять полиция, Субару какая-то стоит. Что происходит, бро? А, во, Субару, а что тут? Не знаю, что. А почему так много ментов? Не знаю, бро, прошло уже почти 2 минуты, поэтому нужно спешить. Нужно спешить, да. А куда спешить? Не знаю. Там пока все, что мы нашли, очень много охраняется либо бандитом, либо полицейским, понимаешь? О, смотри, бро, смотри, бро. Тут, видишь, секьюрити стоит. Чё за херня, бро, смотри. Нифига, чё он это? Мне показывает там, типа, заезжайте. Да. Чё это? Нифига себе. Давай объедем, давай его объедем справа. Давай объедем. Блин, не пались только. Так, тихо-тихо. Мы, конечно, мы красненькие, а вообще не палимся. Да, мой шлем вообще просто улетный. Чё у них там внутри? Чё у них внутри? Здесь пожарка стоит. Чего? Там Формула-1. Ого. Берем? Берем. Давай. Короче, да. Бро, я бы забрал белую. Ну давай, бери белую, тогда я беру красную. А да, опа, просто забираем Формулу-1. Братан. Так, я уже завелся, ты там что, готов? Уже стреляют в нас, поехали отсюда. Офигеть. Там вертушка пролетела, бро, валим, короче, до военной базы. Конечно, такая себе. Какая... Колесо пробили, чиню машину. Какая она быстрая. А ну вообще кобзда быстрая, братан. Да, просто валим отсюда. Просто валим, валим, капец, валим, да валим, как валим. Как попасть-то на ней вообще куда-нибудь? Офигеть! Офигеть! Капец, они быстрые, реально, сумасшедшие тачки. Так, тихо. Офигеть, так, нифига, ты уже тут. Здорово. О, дурак! Тихо. Дурак! Нормально. Жив, цел, орел? Да, увернулся немножко. Так, братан, тихо. Это очень быстрые машины, поэтому будь осторожен. Нереально. Ема, мне колесо пробили опять. Короче, да? Бро, колесо, если колесо простреливают, чини их. Хорошо. Так, капец, они же колесо пробили, что вы делаете-то, а? Опять? Да. Ого. Короче, просто, ребят, текаем из города прямо на военную базу. Конечно, понимаю, такое себе дело на военную базу ехать. Но... Это было как в матрице, чувак. Что-то произошло? Я ударился в столб, и мое движение замедлилось. А туда, куда я должен был попасть через секунду, туда прилетает пуля. Нормально. Бро, мне кажется, тоже колес уже нет, нифига. Да? Я, наверное, вау! What the fuck?
Я только что, я от автобуса отлетел. Братан, их слишком дофига, как мы от них оторвемся. Не знаю, бро, так. Тихо, налево. Руди! Я справа прошел, знаешь, нормально. Я прошел полдороги с разбитыми колесами. Да? Фига ты, лютый поц. Я бочком иду. О, бро, у тебя опять колеса нет. Нет, мне все нормально. Да? Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ты жив цел, орел? Жив цел? Да, здесь пазики поехали эти, ППС, короче, УАЗики. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, бро, приходится ремонтироваться очень часто. У нее тут очень большие колеса, да. Конечно. Так, ладно. Ну, конечно, пробить колеса легче, чем их не пробить, на самом деле. Ну да, опять пробили, походу. Да? Ладно, поеду так, да пофиг уже. Давай. Мне уже она, короче, трещит вся из себя. Капец, она выжимает 300 просто, понимаешь, на этой дороге. Да уж, капец, как быстро. О, ема вас здесь, что же вас так много-то, а? Уважаемые товарищи полицейские. Как я тут всех обошел просто. Да? Читер. Ой-ой-ой, тихо, меня занесло. Ты же здесь уже, ты около меня? Капитан, ты около УАЗик. Меня, я понял. Капитан УАЗик. Ого, ты уже дымишься для меня, бро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, меня капец как много стреляли, честно говоря. Ай-яй-яй. Я поймал. Она меня дрифтит, короче. Она меня дрифтит, они заносят ее. Воу, отлично, разворот, поехал дальше. Ну все, короче, это финиш. У меня чек загорелся, ребят. Просто чек горит. Так, все, ребят, мы доехали, сбрасываем полицию. И отлично, ребят, получилось. Реально получилось классно. Ну что, ребят, в принципе, давай мы сделаем это как первое испытание, наверное. И что с твоей тачкой? И, ребята, полетели на второе испытание. Погнали. Итак, ребята, время для второго испытания. Это у нас дерби. И давай, Руди, еще. Раз, два, три, погнали. Let's go, 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 go. Для таких-то тачек, блин. Так. Здрасте. А я проскочу. Куда ты поехал? Сюда. Зачем? А вот чтобы... Опять? А, нет, нет. Ах ты, зараза. Тихо. О, здорово. Тихо. Нет, нет. Ну, жопа ты. Ну ладно. Да пошло оно все, короче. Ладно, хорошо. Пускай будет так. Пускай будет так. Ладно. Окей, ребятки, мы записываем баллы, полетели на третье испытание. Погнали. Ну что, братишка, время узнать, насколько они быстрые на драг-рейсинге. Да, и давай, поэтому узнаем. Давай счет. Раз, два, три. Поехали. Офигеть, у тебя там что, Рексона? О, да, Рексона. Дейзи, чистые, короче, подмыхи. Нифига ты, конечно. Нифига ты валишь. Какая скорость? Бро, почему чистые-то? Ну, свежие подмыхи. Ну, короче, вот, ты понял. Это другое дело. Какая разница? Да, сколько ты едешь уже? 300. Я 340 иду. Да, охренеть. 308 только, 310. Ну это же Феррари, бро. Ну Феррари. Как бы а все не Формула 1. Что-то, ну короче, понятно, ясно. Ясно, в принципе, ехать дальше не смысл. У меня 324 км в час максималочка здесь выжимает. Слушай, короче, ясно, плюс балл тебе здесь. Предлагаю поехать сейчас на прыжок в длину и посмотрим, на что они способны. Давай. Итак, Руди, время для испытания прыжок в длину и поехали, короче. Давай. Так. Ну вот вопрос, как бы максималку они разгонят или нет? Да я думаю, разгонят. 300. 350, 380. И маты уходишь? Я не успеваю, 420, 430. А, нифига, может и не разгонят. Как 425. 444, все. О, 460. 470. Попробую сейчас заманить вот так, таким вот образом. Плохо полетел, конечно, я очень. Нифига. Да ладно. Да ладно. А что ты делаешь? Да ладно. Нет, да дур. Я бы дальше бы пролетел, если бы не долбанный. Что? Я уже успел испугаться, бро. Капец, я бы дальше бы улетел. Обидно. Ясно, ребят. Записываем баллы и полетели на следующее испытание. Погнали. Итак, ребята, время для испытания. Прыжок съезд, точнее, с горячили. Ты давай, бро, отсчет. Раз, два, три. Врум-врум, ой-ой-ой, мадафака. Нормально, о, хорошо, между прочим, неплохо так. Я, конечно, кручусь-верчусь, запутаюсь, хочусь, но нормально еду довольно-таки. Капец, ты же можешь поехать прямо? Да господи, ты. Ого! Здорово, бро. Я газанул, коснувшись дерева, бро. Да, меня моментально перевернуло просто. Да? На самом деле, вот для этого испытания Формула-1, но это, конечно, жестко. Это жестко очень. Это идеально. Чересчур жестко. Тачки может погонять по горам. Ну, пожалуй, да. Только мы с Руди. Даже Шумахеру такого нельзя сделать. Има! Я не верю в чудеса! Ты, главное, не перелети мост. Но улетит Рексона в небеса. Так? Не, она вообще не едет, короче. Да? Но она прямо, она не едет, в принципе. Ай-яй-яй, на колеса. О, нормально.
Слушай, ну короче, бывает, получается, доруливать, но тяжело, капец, очень тяжело. Оу, yeah. Это мучение, это мучение. А просто. я финишировал почти, точнее, я уже все, я финишировал. Ну-ка. Я тоже тут уже, вообще-то, на этой стороне. Ты даже перелетел, ты-то не финишировал даже, так что... А как я вообще тут оказался, что я застрял, что ли? Офигеть, я все колеса пробил. Фига ты лютый вообще, пот. Ясно, ребятки, тогда записываем баллы, мы сравнялись и полетели на последнее испытание. Погнали. Итак, дорогие друзья, время для последнего испытания, это у нас прыжок с горы Чилиот. И, короче... А, ну ты, я, наверное, сейчас заденешь. Ой, я не писался, бро. Так, все, прыжок, ю-ху! Пух-пух-пух. Словил кучу деревьев, короче. Но пока. Да что ж ты. Врум-врум-врум. Блин, нормально. Опа! Слушай, ты дальше поехал пока. Мне пока не очень нравится, как оно. Как оно. Да куда? О май гад, это эпик фейл, бро. Все, я стал так, что я, короче, всеми деревьями облепился вокруг и встал. Просто. У меня колеса кривые, они во все стороны, короче, поворачиваются. Короче, ты сегодня, получается, что выиграл, братан. С чем я тебя и поздравляю, потому что на эти тачки, не, ну, бро, чтобы мы с тобой нашли в гетто такие тачки, столько всего было, столько экшена было. Гетто, бро. Да, там, ну да, кстати говоря, выехали. Как... Что-нибудь готовилось, прикинь, мы такие экспонаты свистанули. Да, окей, бро, самое время их продать. Окей, ребят, такая сегодня получилась серия, если вам понравилось, то ставьте лайки, всем удачи и всем пока-пока.